В Кирове отремонтировали улицу Некрасова. Всего на данный момент по программе БКД в городе уложили новый асфальт на 10 дорогах. Все они приняты в эксплуатацию. В ближайшее время члены комиссии оценят и качество ремонта. На Некрасова готовятся результаты лабораторных испытаний, сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры. Напомню, улица Некрасова благоустраивалась на участке от Октябрьского проспекта до улицы Горького и от улицы Грибоедова до дома номер 90А. В рамках нацпроекта продолжается ремонт 28 улиц. Так новый асфальт укладывают на улице Пермской, на Комсомольской. Из-за плотного движения транспорта работы ведутся только в ночное время.